На конкурс дети читают и пишут стихи. Петрова Полина. Борис Пастернак. Рассвет. Ты значила все в моей судьбе. Потом прошла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть чепу и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде стоят огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города не узнаваем. В воротах вьюга вяжет сети с густо падающих хлопьев. И чтобы вовремя поспеть, все мчатся, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мной люди без имен. Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа.